События в Киеве сейчас далеки от спорта. Так, на улицах украинской столицы активисты Евромайдана избивают горожан и сторонников порядка. Молодчики в масках и камуфляже забросали людей петардами, пустили в ход дубинки. Несколько сторонников власти сильно пострадали, им потребовалась медицинская помощь. А нападавшие успели скрыться. По факту потасовки в центре Киева милиция проводит проверку. Но тем временем сегодня в украинской столице оппозиция собирает очередное народное вече. Слава! Слава! Слава!